саженцы и рассада лилейника гибридного Лейси Дойли – это многолетние компактные цветы, которые отличаются необычным цветением и оригинальными расцветками. Цветок состоит из большого количества воздушных лепестков нежно-розового цвета. На них можно рассмотреть желтые, белые и персиковые вкрапления. Края гофрированные, что создает дополнительный эффект легкости. Взрослые цветы достигают не более 50 см в высоту. Они цветут в июле и августе, отличаются повторным цветением. Растение подходит для выращивания в открытом грунте или в теплице для клумб или для среза. В цветочных композициях они отлично гармонируют с любыми оттенками. Лилейник гибридный Лейси Дойли – это многолетнее растение высотой 50-70 см. Расцветает лилейник гибридный Лейси Дойли в месяц июнь, а второй раз может цвести в месяц август. Интересные цветы лилейник могут быть до 10 см. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Весенняя окраска листочков зеленая. Лилейник гибридный Лейси Дойли создал Джойна Джей. Создан сорт был год 1999. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.